Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на игровой канал Forever Gamer. Я продолжаю играть в Skyrim. И мы уже завершили основную сюжетную линию Темного Братства. Но, как я уже говорил, остались контракты от Назира и некоторые задания от Матери Ночи. Но сейчас мы займемся обустройкой нашего нового убежища и исполним все контракты от Назира. Так, давайте, ну, как бы задание по поводу обустройки уже есть у меня. Так, теперь надо контракты взять. Скажешь? Так, мне нужны контракты. Действительно есть. Три, если быть точным. Ну, хорошо, давай. Первый, Дикус, грабитель затонувших кораблей. А, мне не важно. Дальше Марандруджа, караванщик. Ладно, все. И Анариат, охотник. Удачи. Направимся в гильдию. Все кончено. Мать ночи? А. Император Тетмит II мертв, а темное братство живо. Но наша работа только начинается. Подойди ко мне, слышащий, и услышь мои слова. А, нет, это все потом мы сделаем. Это в следующий раз будем записывать. Сейчас мы будем заниматься контрактами Назира. Опа, Цицерон. Слышащий. Храним молчание. Да, да, это Цицерон. Глупо было сохранять мне жизнь. Думаешь, я спасибо скажу? Цицерон должен быть слышащим. Не ты. Ты умрешь. Засада. Ай, слышащий, тебе надо видеть свое лицо. Цицерон вернулся. Не для того, чтобы убить слышащего, но чтобы служить матери, пока кто-то из нас не примет ужасную смерть. Лучшие друзья навек. Я пока что обустроюсь в убежище. За матерью нужен глаз да глаз. Да, и теперь... Давай! Да. Укокошим кого-нибудь. Теперь можно брать его в союзники. Поэтому, если вы хотите, оставляйте Цицерона в живых, и потом просто можно будет его брать с собой как союзника. А пока мы направимся в гильдию воров, договоримся с Делвином Мэлори. И выполним наши три контракта. Привет, Делвин. Какая встреча, шеф. Чем могу служить? Ты можешь отремонтировать и заново обставить донстарское убежище? Убежище в Донстаре? Это там вы теперь окопались. Хм, знаешь что? Это будет дорого, очень дорого. Но я могу тебе помочь. О чем конкретно мы сейчас говорим? Так, о чем конкретно? Ну, я куплю все это. По-любому. Ладно, новые флаги. Флаги, да? Хочешь тут все украсить? Ладно, как скажешь. Так. Конечно же. Теперь уголок отравителя. Полезно, да? Алхимическая лаборатория, может, небольшой садик с растениями. Хорошо, сделаем. Конечно же. Пыточная. Ого, вот это темное братство, которое я знаю и люблю. Это для дела или для развлечения? Да ладно, какая разница, верно? Я обо всем позабочусь. Скажи, что тебе нужно, и мои люди все найдут. Тайный вход. Ага, это можно устроить.
Думаю, подойдет канализационная решетка на окраине Донстара. Ведет в тоннель, а оттуда внутрь. Будешь входить и выходить быстро. Так, ладно, и что там еще осталось? Скажи, что тебе нужно, и мои люди все найдут. Господская спальня. Королевские палаты хочешь иметь, так ведь? Нет проблем. Поставим здоровую кровать, украсим комнату как надо, может, даже подбросим каких побрякушек. Так, ну и это все. Хочешь, дам тебе совет? Не понял. Хватайся за любое дело, а то придется на улицах монетку. Боюсь, это все, друг мой. Я сделал, что мог. Надеюсь, там теперь хоть можно жить. Удачи в ваших... убийствах. Так, ну... потом вернемся, когда контракты выполним, посмотрим, как оно там выглядит, все. Ах, да, контракты. Нет, темное братство вечное, это потом мы будем... Так, три контракта. И что ты будешь делать? Говорят, будто темное братство вернулось. Посильнее, чем когда-либо. Вроде как поселились в Донстар. Так. Где наши жертвы? Обе возле Вайтрана. Одна прямо в Вайтране. Ладно. Это Каджит? О, черт. Ты подходишь к нам так, будто знаешь нас. Кто ты и что тебе нужно? Да благословят тебя луны. Даже не думай. И чем тебе может помочь Маранду Джо? Наверное, нам стоит делать скидки. Пусть солдатам. Дорога приведет. Каким еще солдатам? Как же его по-тихому убить, или а? Импер. Кто-то приходит покупать, кто-то воровать. Каджит не знает жалости к ворам. Давай, давай. И чем тебе может помочь Маранду Джо? Ладно, попробуем его втихаря с лука. Ха. Ты смотришь будущее, словно Каджит. Так, сейчас помажем ядом. Сильная трава. Сильный яд. Слабым ядом используемся. Сквозь песчаную бурю. Так. Если мы будем делать скидки и тем, и другим, победители казнят нас за помощь проигравшим. Это что было? Я полностью натянул тетиву. Это не приходило мне в голову. Блин, заметили. Ну же. Есть. Что же теперь будет? Так, нет. Все, валим отсюда. Черт, он мне не надо, чтобы он убивал тех каджитов. А, Рисата не умирает. Отлично. Товары, ты подходишь к нам так, будто знаешь нас. Кто ты? И что тебе нужно? Ах да, предложение от гильдии воров. Вспомнил, это квест. Да, я слышал, что гильдия снова набирает силу. Союз будет выгоден обеим сторонам. Я обдумаю предложение, но мне нужно обсудить его с другими караванами. Так. Кошелек с лунным сахаром, точно. Ах, лунный сахар. От тебя исходит его запах. Мне подходит ваше предложение, я его принимаю. Передай мой ответ главам вашей гильдии и скажи им, мы уверены, что наш союз принесет сторонам огромные прибыли.
Если встретишь в пути любой из наших караванов, мы с радостью купим у тебя краденое и по хорошей цене. Вот и отлично. Потом с Данилой поговорим. Скажи. Так, куда нам теперь? Анариат. В Вайтран заходим. Вот теперь можно будет еще и каджитом толкать краденое. Постой, я тебя знаю. Кто это вообще такой, этот Анариат? Охотник, что ли? А, да. В пьяном охотнике живет. Сейчас. Как он спит, просто супер. Все, возвращаемся. А, нет. Еще один контракт есть. Так, это в убежище. Ого, Дикус. Где аж находится? Ладно. Пойдем от убежища. Это за палатка там. Ну-ка посмотрим. Есть кто? Нет. Никого. Еще немного. Так, он спит. Вообще супер. Блин. И это все. А нет, изумруд еще есть. Так, ладно, и этот корабль. О, все, засветили его. Теперь уже можно вернуться к Назиру. Сейчас посмотрим, как там все поменялось. Развесили. Твоим услугам, о великий и могучий слышащий. Лаборатория. С растениями даже прямо. Где-то пыточная. Говорю, калач ждет. Слышно крики. Мертвые
можешь себе представить? Ух ты. Я могу это исправить. Так, если я точно помню, то у них можно вытрясти какие-то места. Зачем вы это сокровищами. Делаете? Вы хотите Она что-то молчит? Вызнать? Я тебе все расскажу. Чего ты хочешь? Все молчат. Со мной так нельзя. Ладно, поговорим с Назиром. О, а вот и новые члены. Чем могу служить? Темного братства. Да, слышащий. А, молодец, молодец. Этих караванщиков еще поди поймай. Приходится подолгу их выслеживать. А с другой стороны, так даже веселее, верно? Это твоя награда, вполне заслуженная. Так значит, охотник познал страх жертвы? Твоя награда, дружище, молодец. Дикус мертв. Обычно органиане невероятно непредсказуемые противники. Особенно возле воды. В любом случае, отличная работа. Вот твои денежки. Еще контракты есть? Сейчас только один. Нужно ликвидировать старуху по имени Агнес, служанку в форте Греймву. Окей. Ступай уже. Слышащий, предстать перед тобой великая честь. Ух ты. Да этих посвященных тоже можно Всегда брать с собой? Всегда иди в тени, мой слышащий. Так. Только одна она, и все? Красотку, а, так это и есть выход. Прикольно. А на Цицерона, я так понял, тут зла никто не держит уже. Так, ладно, выйдем отсюда. Эй, поосторожней! Так, ну где наш объект находится? Форт Греймур. О, вообще супер. Так, если я не ошибаюсь, то здесь имперц. Ага, тут все свои. Солдаты все время под ногами вертитесь. Хочешь, чтобы я убирала? Тогда брысь отсюда! Мокрая земля и прогнившее дерево, как это мерзко пахнет. Ладно. Меня сейчас Ладно. Вывернет наизнанку. Все, готово. Черт, почему я раньше скрытость не качал? Двенадцатикратный урон в спину. Твоим услугам, о великий и могучий слышащий. Темное братство снова на подъеме, слышащий. Я это чувствую. Агнес мертва. Не беспокойся, друг мой. Я избавлю тебя от нотаций по поводу убийства беззащитной старухи. Пробраться во вражеский форт и выбраться оттуда на своих двоих — это не шутка. Он не вражеский. Молодец. Вот твоя награда за услуги. Еще контракты? Ну да, целых два. Но такими темпами скоро у меня для тебя ничего не останется. В
Твои объекты. Эльф-волшебник по имени Мейлурил, которого ты найдешь в две мирских руинах Мзинчалефта, и Хелвард Хускарл в Фолкриде. Убей их, и я дам тебе последний контракт. Мне еще нужно кое-что уточнить. Идем. Удачной охоты. Первый, а второй в Фолкриде. Ладно, начнем с двемерских руин. Надеюсь, туда глубоко спускаться не придется. Опа. Плохое ты выбираешь время, чтобы блудить. Черт. Постоянно забываю задолбанные крики. Смертный приговор. Так, Маркурио, какого черта ты бьешь тенегрива? Маркурио, ты что творишь? Ой, ладно. Так, ладно, блин. Все, 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 идем. Не могу понять, почему Маркурио постоянно бьет тенегриву. Кто сдерет? А, да. Чёртов вход. Блин. Сейчас разберемся. Не видно прямого пути. Это издевательство какое-то. А, вот. Внизу вход. Так, вернем молнию. С этой глупой игрой. Сукин! Прямо зелье, то есть яд. Это что у нас? Яблоки. Так, ладно, сейчас выпьем некоторые зелья легких ног. Кто-нибудь есть?
любопытное. Соловьях читают. Это значит и обо мне. Так, надо сейчас еще одно такое же зелье выпить. Легких ног. Где оно у нас там было? Вот и все. Сторож еще называется. Что за посох? Огненных стрел. А, да, иди ты нафиг. Эльф, волшебник. Теперь нам надо Фолкрит. Ой, черт. Пойду-ка я обратно. Иллюзии. Есть у меня зелье иллюзии. Ой. Теперь у нас Фолкрит. Убить Хускарла. Когда человек подходит с оружием наготове, мудрено занервничать. Говорят, тебе довелось... Черт, это находится в доме Ярла. Ладно, тут надо тем более делать все по-тихому. Эй, я знаю, кто ты. Слава Ситису. Кто это сказал? А, стражник. Да, рад тебя видеть. Наконец, хоть кто-то может помочь. Так, ладно. Нам сейчас не это нужно. Черт. Так. Блин, его по-тихому не грохнешь. Да, да, в чем дело? Мы тут все заняты. Сейчас подождем. Да, да, в чем дело? Мы тут все заняты. А меня-то зачем? О! Стража! Стража на помощь!
Что? Да какого черта? Я думал, это просто вопрос был. Нафига мне стража? Сейчас. Сейф пустой. Блин. Ладно, снова подождем. Так, тут надо яд покрепче. Сильная отрава. Нет, тут надо именно яд. Сильный яд. Так. Есть. Все. Черт. А? Ага. Эй, будь осторожнее! Отойди. Все, сейчас мы получим наш последний контракт. Ну, от Назира. А от Матери Ночи там будет еще ряд заданий. Цицерон, твоим услугам! О, великий и могучий слышь! Темное братство. Да уж, теперь политическая машина в Фолкрите точно застопорится. Вот твои денежки. Отличная работа, как всегда. Надеюсь, с этим эльфом не было никаких неприятностей. Нет, не было. Меня как-то поджег один чародей. Неприятная вышла история. Прости, заболтался. Вот твои денежки. Да, так что там насчет последнего контракта? Да, думаю, да. Ну, хорошо. Нужно найти и убить Сафию, капитаншу пиратского корабля «Алая волна». Снова корабли. Он ходит вдоль северного побережья и иногда вообще покидает Скайрим. Тебе придется проявить терпение. Удачи! Ладно. Не проблема. Императора мы на корабле убили, убьем и эту... Как ее там? Сафию. Где это вообще находится? В порту? Если она в порту, это неплохо. Ты говори с яйца, братья. Вот растяпа. Что за спешка? Как мне попасть на этот корабль? Так же самое, как на корабль Императора, наверное. А, вон лестница есть. Так, поспешим. Так, меня бить, по идее, не будут. Если я все правильно понял. Да, меня не трогают. Ай, блин. Офигеть. Взяла и заметила меня. Не в тему она так. В спину не ударишь. Сейчас потихоньку. Ну-ка, отвернись. О, супер. Хоть встала. Да блин. Тут что-нибудь есть? Блин. Заплакать?
Нет, сделаем по-тихому. Я хочу по-тихому, а не весь корабль перебить. Не в этот раз. Так, возьмем зелье легких ног. А, я оба выпил. У меня всего два было. Тогда возьмем зелье меткости и попробуем в нее с лука пальнуть. И еще и ядом намажем. А? Не стоило сюда приходить. А! Так, все, нам тут делать нечего. Чтоб тебя! Несет смертью, друг мой. Рад тебе. Сафия мертва. Клянусь Ситисом, я просто потрясен. Убить капитаншу пиратов на ее же собственном корабле, а? Высокий класс. Тебе удалось заслужить не только награду, но и мое уважение. А это, можешь мне поверить, очень нелегко. Боюсь, у меня больше нет для тебя работы. Все дополнительные контракты уже выполнены. Но тебе же сейчас есть чем заняться, м? Да, есть. Удачи. Так, ладно, на этом мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на новое видео. Пока.